Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча «Воспарить над верой». Будду однажды спросили, есть ли Бог. Он ответил «Да». В тот же самый день другой человек спросил его, существует ли Бог. И Будда ответил «Нет». К вечеру того же дня третий человек спросил Будду о существовании Бога, и Будда промолчал в ответ, лишь поднял указательный палец вверх. Все это видел его ученик Ананда. Ночью он спросил Будду: «Я не могу уснуть. Ответь, пожалуйста, почему на один и тот же вопрос ты дал три разных ответа?» Будда ответил: «Вопрошающие были разными. Первый верил, что Бога нет, и ему очень хотелось, чтобы я укрепил его веру. Ему я ответил: Бог есть. Потому что прийти к истине человек может, только освободившись от того, во что он верит». Другой человек верил, что Бог есть. Ему тоже очень хотелось получить подтверждение истинности своей веры. Ему я ответил, что Бога не существует. Я здесь для того, чтобы разрушать всякую веру, чтобы ум мог воспарить над ней и войти в истину. Третий человек не был ни верующим, ни атеистом, поэтому не нужно было ни да, ни нет. И я промолчал, говоря этим: делай как я, просто погрузись в молчание, и тогда узнаешь. Ну вот такая буддийская притча, она называется «Воспарить над верой». Пока-пока, до свидания.